С вами общаемся через Facebook. Да? Вот, и... Ну, я в ЖЖ вот еще, потому что я в ЖЖ. Ну, я вам благодарен, что вы вообще первый раз... Я в Facebook мало отвечаю. Сын посмотрел вашу игру и сейчас на режиссерской поступил. Давай, пускай снимает меня. Давайте, привет. Каждый раз, когда я выхожу на сцену, я обязательно вспоминаю своих учителей. Вообще надо, есть вещи, которые надо помнить. Надо помнить учителей, родителей. Я вспоминаю Ольгу Николаевну Андроцкую. Когда я поступил на курс, Андроцкой было 73 года. Хоть ей было 73 года, ее нельзя было назвать старухой, потому что она следила за собой. Она делала прическу, красила губы, ходила на каблуках. Она была не старуха, она была пожилая женщина. У нее были силы, была энергия, у нее только не было работы. Актерская работа – одна из немногих профессий на Земле, которая придает огромное значение деньгам. Маленькое значение деньгам, наоборот, а хорошо сделанной работе. И Андроцкой все говорили, какая бы раньше хорошая артистка была, как вы раньше хорошо играли. У нее были силы, была энергия, а работы не было. Она работала у самого Станиславского. Были написаны не целые тома книг, а как Станиславский придумал свою систему. Италия, Англия, Франция живут по одной системе. В системе Станиславского работают. И Андроцкая училась у самого Станиславского. Ей все говорили, какая вы замечательная артистка была, как вы раньше хорошо играли. У нее были силы, не было только работы. И вдруг... А, «Медведь» была в кино, такая «Медведь». Осталась пленка «Медведь» с фильмом «Жаром». И вдруг Андроцкая, как она написала в некрологии Татьяна Тесс, за год до смерти пережила поистине звездный час. Главный режиссер театра Ефремов взял 5 знаменитых стариков Прункина, Станицына, Янышеву, Грибова, Андроцкую и сделал с ними спектакль «Соло для часов с боем». Я присутствовал во время съемок спектакля. Телевидение успело снять спектакль на пленку. Редко, когда телевидению удается снять интересное, а здесь успели. Что творилось в зале? Висел такой термин, висели на люстрах. Люди стояли, смеялись, плакали, как на этих милых старичков. В зале все смеялись, а за кулисами люди плакали, потому что знали. Андроцкую привозили из больницы. У нее был рак, у нее пошли метастазы. И к ней тогда... Ее делали обезболивающий укол, она выходила на сцену, играла, фактически умирала. И к ней тогда подошла молодая артистка Мирошниченко, сказала, а что вы так платите? Плачете? Что вы так переживаете за свою роль? Берегите себя. И Андроцкая сказала, деточка, я счастлива. Я счастлива, когда я на сцене. Зритель – это все. Я выхожу на зритель, я забываю, что... Я забываю по своей болезни. Зритель лечит. И ты станешь артисткой, только когда поймешь, что такое его величество зритель. Это для меня урок. Урок актерского мастерства. Это удивительное зрелище. Я с гордостью вам говорю, чем сильны итальянцы. Итальянцы сильны балетом, оперой. Чем сильны французы балетом. Чем силен русский театр. Русский театр силен своей русской школой, которую создал Станиславский. Весь мир занимается по русской системе. И я сегодня здесь, в центре Минска, говорю, что я ученик лучшей в мире школы. Я ученик Андроцкой, ученицы Станиславского. Учеников Станиславского, Лену Торшину, ученицу Марии Клеви, Лена Торшина. Ученица лучшей.
Thank you.